Медперсоналу стационаров, где лечатся больные с пневмонией, назначат стимулирующие выплаты. Постановление подписано председателем правительства республики Артемом Сдуновым. По данным документа, медработники, оказывающие помощь больным пневмонией, приравнены к специалистам, лечащим пациентов с коронавирусной инфекцией. Денежные выплаты произведут из республиканского бюджета в размере 40 тысяч рублей врачам и специалистам с высшим немедицинским образованием, среднему медицинскому персоналу 30 тысяч рублей, младшему медперсоналу и иным работникам 20 тысяч рублей. Отметим, что на сегодняшний день точное количество больных пневмонией в стационарах региона неизвестно. По информации газеты «Молодежь Дагестана», их общее количество уже может превышать 15 тысяч человек.